Вырубка камыша – мера необходимая. Растение плотно забивает водоем и препятствует нормальному оттоку ливневых вод. Кроме того, в нем скапливается мусор, размножаются насекомые. А в жаркую погоду сухие заросли и вовсе пожароопасны. Предприятие МУПАКУ наводит здесь порядки каждые 2 недели. Но летом молодая поросль быстро поднимается. Юрий Поляков ставит задачу – выходить за рамки привычного графика. Еще надо делать, чтобы камыша я там не видел. Вдоль берегов все это спилить и убрать это все оттуда. Так мотокосами и вручную вырубаются плотные стебли. Уборка камыша во внутреннем кольце – самый сложный этап работы. К зарослям приходится подбираться с воды. Достаточно трудоемкий и следующий этап. Все спиленные растения необходимо достать из водоема и утилизировать. Проводится это потому, что забивается русло этими камышами, забивается мусором, который там дождями приносит и тому подобное. Вот. Соответственно, мы чистили это раз в 2 недели, но по поручению главы – будем это делать чаще. Вместе с камышом убирают и мусор. Его постоянно сюда прибивает течением. В эти дни здесь планируется очистить всю прибрежную полосу. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.